подвергалось никаким вопросам его место в стартовом составе. Отпускной запас. Сейчас уже он основной. Но бывают у него, конечно, срывы случаются. И вот по ходу этой первой партии мы видели вот атаку в аут. В его исполнении там далеко мяч улетел. Но зато вот посмотрите, как великолепно. В этом эпизоде Максом вроде бы вернули мяч итальянцы на нашу половину площадки, но инициатива в этом розыгрыше уже принадлежит россиянам. И вновь возвращают итальянцы мяч. Ох, вот не прав сейчас Гранкин. Надо было отдавать Волкову, конечно, в центре сетки. Сейчас уже не получится, наверное. Да? Нет, вот получилось, но неудобно было. Прекрасно. Но теперь инициативу перехватили уже итальянцы. Интересно, чем же все закончится. Бьет аут Златана. Бьет аут Златана. Прекрасный розыгрыш. Да. Но мне кажется, все-таки Гранкин заигрался немножечко, вот опять же, в какой-то момент. Ладно, в четвертой зоне Тетюхин, может быть, уже и не стоило ему давать, хотя он тоже.